Всем привет, ребят! У нас сегодня самый большой набор Лего Ниндзяго Сады Ниндзяго Сити. Он огромный, 5 этажей. Да, здесь 19 фигурок, и включая золотого мастера Ву Легаси. Но эта коробка очень высокая и очень большая. Огромная коробка. Просто... Посмотрите на нее. Невероятно большая, тяжелая. Да. Да? Нормально. Более 5800 деталей. Такой огромный набор даже нам не снился. Очень он большой. Наверное, самый большой по Ниндзяго. И вот он стоит у Тимки на столе. И мы его откроем. На самой коробке нарисована повседневная жизнь Ниндзяго. Кто-то за кем-то гонится, кто-то смотрит с балкончиков, кто-то просто ходит по городу. Ну что, тут прикольно. Ну не будем рассматривать, наверное, эту коробку 1000 раз показывали. Давай что, с другой стороны. С другой стороны раскрывают некоторые секреты этого набора. То есть здесь есть какой-то музей, здесь есть закусочная, ну, комната для ниндзя и бар мороженого какой-то. Комнаты всякие, игровые автоматы. И то, что тут можно менять рекламу. Также то, что тут есть спускающиеся лестницы. А самое интересное, лично для меня, это вот эта постройка. Это памятник Зейну. Кто смотрел третий сезон? Помните, там был этот памятник? Вот он здесь. Вот это круто. Да, к тому же эти наборы можно совмещать. Первая фигурка — это юный Ллойд. Какой-то робот из Overwatch. Первая фигурка механика в Лего. Кеке. И дальше много неизвестных персонажей. Много людей. Эйлин, Хай, Кайта, Мэй, Кристина в футболке от Ниндзяго. Да, узнаете? Да. Потом идет уличный Джей, уличная Ния, Клэтч Пауэрс, Мисако. В новой одежде, обратите внимание. Да. Это, кстати, тоже достаточно редкая фигурка. Ронин. Угу. И городской кол. Городской кол. Кита с собакой. Кай Легаси и Зейн Легаси. Круто. Самая ожидаемая наша фигурка — это мастер Ву Легаси. Золотой Ву. Причем, обратите внимание, у него золотая голова. Открываем. Открываем его. Стой, не падай. Открывается все по-взрослому. Ребят, смотрите, с помощью наклеек. Сейчас мы узнаем, как там внутри. Ну, вот он самый торжественный момент. Чего? Чего? Внутри все выглядит как после боя. Да, ребят. 15-й пакет. 20-й пакет. 20-й, зелено-серый. 26-й пакет. 17-й. 12-й пакет. 12-й. 18-й пакет. 18-й. Даже чтобы достать их, надо потратить, наверное, целый час. Мой любимый 22-й пакет. Красивый, с растениями. Ярко-желтый. 14-й желтый пакет. Угу. Маленький 12-й пакет. Здорово, что они делают их разного размера, да, ведь? Да. 21-й пакет. Солидняк, вообще нормальный. 14-й пакет. Тимох, это дополнительный к 14-му? У нас уже был 14-й? Да, это дополнительный 14-й пакет. Дополнительный 14-й. Дополнительный 25-й. 25-й. Дополнительный 17-й пакет. 20-й пакет. 13-й пакет вообще непонятный. Самый счастливый. С красивыми такими серыми пластинами. Вообще маленький. Лилюся какая! Какая Лилюся! Еще маленький 14-й пакет. Уже третий 14-й пакет. 3 14-х пакета. 18-й пакет. Я уже сбился со счета. 19-й пакет солидный. 23-й пакет. Вот это реально классный 24-й. Ага, стекляшки. Это вода. Тоже маленький 16-й пакет. Ага. 12-й пакет. 22-й пакет. Еще один, кстати. И последний 16-й пакет. Последний? Да. А но вот на этом как... еще не все. У нас есть коробка. Еще что-то есть? Давай, помогай, Боб. Ребят, смотрите. Смотрите, там все внутри. Вот это да! И все, пустая коробка. Чтобы собрать сады Ниндзяго Сити, надо открыть две коробки.
Ну что же там может быть внутри? Ну, наверное, инструкция, ребят. Еще пакеты! Да ладно! 11-й пакет. 11-й пакет. 6-й пакет. Какая-то очень классная ерунда. Мостик, наверное, для храма, да? Маленький-маленький 4-й пакетик. Тоже 6-й пакет уже. 4-й пакет. С водой, ребят, снова. 7-й пакет. 10-й пакет. 9-й. Красивый, маленький. Да. 8-й пакет. Еще один красивый пакет. Мы так долго тебя ждали. Ура! Первый пакет. Ура, ура. 5-й пакет. Красавец. 9-й пакет. 8-й пакет. 11-й пакет. Ну хватит, давай еще заканчивай. Еще один первый. Юху. 10-й пакет. Ребят, ну достаточно, я уже устал. Так, ну хватит. Там, ну сколько можно? Там 20, ну надоело? Сколько? Ну чуть-чуть устал. Нет, больше нет сил, заканчивай. 3-й пакет. И самый-самый на этот раз, последний, 2-й пакет. Пакет номер 2. 3 инструкции! 3 инструкции, такого еще не было, да? И 2 такие хорошие пластины. На которых, собственно говоря, все и будет строиться. Ура! Ну что, ребят? Тимку знаю, видите там? Голова-то еще высовывается у него. Я не знаю, сколько тут пакетов. Обычно мы выкладываем пакеты как бы аккуратно рядом на столе. Но в этом случае... Этот не тот вариант. Согласен, вообще, да? Вообще не тот. Открываем. Тут есть, ну, разумеется, вот это. Вот этот постер. Постер. Ну, да. Этажи. Что-то там подписано на английском. И язык ниндзяга. Это круто. Табличка с ниндзяговским языком, который можно сразу перевалить. Здорово. И вот с 1 по 5 пакет. С 1 по 5 вы только подумайте. Да. Будет строиться только платформа. На которой будет строиться здание. Да. Потом с 6 по 10 будет строиться первый и второй этаж. И все. Ура, я поставил первый кубик. Их там 576. Тысяч. Ура. 576 тысяч мы поставили первый. Ура, все, я уже почти собрал. Готово, готово. Очень, очень красивые наклейки. Их очень много. Они фантастически красивые. Яркие, цветные. Невероятно красивые. Вот первая, вторая часть пошла. И... третья тоже очень такая интересная. После первых пакетов у нас получилось основание. Достаточно большая конструкция. Яркие, сочные цвета, красиво все сделано. И, видимо, какое-то чувствуется основание дома. Что за трубы такие интересные? Это ну, это такое? Канализация. Оттуда будет потом вода еще вытекать. Получилась вот такая пластина. И это все ушло в первый пакет, да? А во втором пакете, можно сказать, ничего не изменится. Потому что первый и пятый пакет – это собирание основания. После второго пакета у нас получилась вот такая вот красотища. Если вот не смотреть на вот это, то это просто супер. Вода, 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 заворот, вода, 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 вода. И башня. Ну, башня, это она будет пристроена к самому зданию. Смотрите, ребят, какое красивое сооружение. А ну, для чего, Тимох, это лифт или что это такое? Нет, это просто башня. На углу, да, вот этот, посмотри, ну, да, вот эта конструкция. Она как раз и есть. Это специально сделано, чтобы было красиво. Для красоты, да? Да. А сверху тоже, смотри, как замудренно сделано это. Что за красота такая? Вот эти две детали, по-моему, да, они вообще новые. Новые, да? Я вот тоже что-то не помню, чтобы такие были раньше. Да, вот я вообще не знал, что такие детали есть, и они только что появились. А вот эта штука ходит как бы внутри, она двигается? Эта штука не двигается, но скажите, выглядит красиво. Выглядит вообще нормально. Сзади ничего не изменилось, зато спереди стало красиво. Сделана вот эта вода, водоросли, вот эта вот башенка. Это был... по сути дела, второй пакет. В третьем пакете у нас был фундамент. И смотрите, как красиво уже получилось. Получается, что уже все скрылось, да? Да, появился фундамент и лягушка.
Ну, в этот раз не зеленое. А розовое. Да. К тому же появилось что-то вроде магазина каких-то сувениров. Здесь есть журнал с золотой маской Кая, который, если поднять, то под ним будет лежать какой-то зеленый чип. Появились полочки, в которых лежит два меча и золотая какая-то фигурка. Какая-то статуэтка. Ребят, смотрите. Но я только не понял, почему в подвале этого игрушечного магазина хранятся какие-то такие интересные артефакты в виде слитков золота, пап, каких-то фигурок, там, мечей. По-моему, там это вообще не игрушечный магазин. Не игрушечный, да, магазин? Это магазин сувениров Ронана, может быть. Краденных вещей, наверное. Ну да, вы же помните, что в Стиксе было это? Вот видите там? Оттуда выбегает Ронан. Да, оттуда выходит Ронан. И, скорее всего, это его магазин, в котором, собственно, он... и ходить в подвале свои тайные секреты. В наборе было две этих статуэтки. Ничего себе. И вот одна. О, это Оскар. Оскар для Джейда. Круто. Браво, браво, браво. Он же у нас музыкант. Да? Ребят, смотрите, какая классная фигурка. Ну, вообще круть. Ты закрыл то, что было внизу, вот этот фундамент закрыл серыми пластинами. То есть это получается такая детальная степень проработки, что даже фундамент нужно закрывать пластинами снизу. Вот как оно там было. Ну давай вот это вот ковыряем. То есть вот там была такая основа. Там было, все выглядело как обычно. Угу. Они взяли пластину, на пластину положили коричневые, ну, серые кубики, темно-серые кубики. На темно-серые кубики они поставили какой-то фундамент, и фундамент прикрыли светло-серыми пластинами. Итак, здесь в этом пакете еще появилась вода. Ну, она как настоящая смотрится. То есть, ребят, смотрите, какая труба тут сделана, это вообще просто прикольно. Невероятно круто, молодцы. Сейчас у нас появилась очень, по-моему, классная вещь. Это озеро внутри дома. Посмотрите, сколько воды Тимка налил. Это, здесь, по-моему, самое красивое место здесь. Это как в настоящих японских храмах. Земля, 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 земля. Заасфальтированная вода, 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 островок. И все, дальше опять вода. Очень красиво сделано. Посмотрите, какие изящные цветы. Дерево они классно сделали. Дерево, да, посмотрите. Да, и самое смешное, смотрите, как они сделали камень. Это камень, но на самом деле это шапка. Просто изумительное место. Молодцы, леговцы. Хвалим их, Тимка? Да. Молодцы, ребят. Так, то есть здесь, я понимаю, появилась в этом, как бы, пакете была вода. И озеро. И озеро. И все. Все остальное осталось, как было. Правильно? Да. В пятом пакете у нас появилось дерево. Ну, честно говоря, не то, чтобы это дерево прям супер-пупер, но, ну так, сойдет. Снизу оно, конечно, реально прикольно сделано. Смотрите, какие корни, да? Ствол вообще они суперски сделали, корни тоже. Подожди, а ствол ты имеешь в виду, что он сделан из каких-то особенных палочек, да, я так понимаю? Да, там сделаны, ну, палочки особенные. Еще вот это вот. Лиана какая-то, да, и что это? Кора. Да. Лиана, гора. Так, ветка. И вот, по-моему, просто вот у некоторых вот не очень большое количество, но такие деревья есть в Лего. У них есть корни. Это дерево просто самое, наверное, корневое. Да, корнистое. Корнистое. Ну что, ребят, посмотрите. И тут вы замечаете, что это лавочка, да? Что лавочка здесь примостилась около дерева и стоит, как себе ни в чем не бывало, да? Да, на которую можно любого человечку посадить. Вот. Ну, например, не, да? Раз, и все. Вокруг него вот такие вот растения, да, красивые растут корни. Да. И вот оно уходит вверх, вот, и там раскрывается вот таким образом, да? И там гнездышко с птичкой. Листва, листва просто, да, супер. Нет, реально. Она такая классная. Всем смотрите, как удалось ее приделать. Красивый. Причем цвет тоже необычный, не стандартный зеленый. Да. А какой-то тут такой. Тут есть такой нежный. Темно-зеленый и призрачно-зеленый. У нас появился первый дом. Уже 5 пакетов собрано, и появился только один дом.
Это лавка Ронина. То есть мы не ошиблись, да, получается, да, с тобой? Когда я собирал, я в этом убедился полностью. Итак, магазинчик, в котором торгует Ронин. И теперь понятно, почему у него под магазинчиком такой склад антиквариата. Здесь есть такой, ну, прилавок. Смотрите, ребят, как сделано все красиво, специальными такими гладенькими панельками. Шатер как красиво сделан, тоже очень, да, прикольно. Очень классно. Видно, что деталь проработана. Так. Теперь мы немножечко поворачиваем и видим табличку, на которой что-то написано. И там тоже есть знак такой же, который был на шатре. Открываем дверь и входим. В комнате у нас есть шкаф. С книгами, да, с какими-то получается? Да. Если мы отцепим одну книжку, то там будет видно, что это не книга, а карточка. Это карточка со скелетом. И еще там есть карточка со змеей. Ну давайте еще раз заглянем тогда теперь уже вовнутрь. То есть, как в любой антикварной лавке. Там есть весы. Так. Весы, кстати, там сделаны очень-очень классно. Да. Которые стоят на тумбочке. Угу. Перед весами есть кубок. Какой-то антикварный шкаф. Очень такой старинный, но очень красиво сделан. Да. Обратите внимание, насколько опять-таки изящно все проработано с помощью окон. Дальше мы видим около двери карту Ниндзяго. Ребята! Нет, это карта острова тьмы. Карта острова тьмы. Какой-то цилиндр. Эти усы, цилиндр и трезубец были в наборе «Город Стикс». То есть это отсылка к тому самому старому набору, да, выпущенному там, много лет назад? Там не было лавки Ронина, на втором этаже там был такое что-то вроде магазинчика, в котором был вот этот цилиндр, усы и трезубец. Еще там были кристаллы, ковры, дракончики, книжки. Сейчас мы посмотрим кое-что очень тайное, которое Ронин, наверное, хранит от всех. Давай. Видите вот эту вот ручку? Ну, конечно, видим, да. Ручка какая-то точная. Зачем она здесь? Так вот, если ее поднять, то под ней как раз находится тайник с золотыми слитками и серебром. Ребят, помните то место, которое Тимка нам показывал раньше? Это вот был оно. Тайник Ронина. Мы раскрыли его тайну. Вы никому не говорите это. Замечательная лавка. Теперь смотрите, обратите внимание, как она встала. То есть она тут таким... Она встала под углом. Да. И там еще специально вот поставили такую вот штуку. И там будет некрасиво, если идет пол и бац, обрывается. Асфальт и все. Не тут, посмотрите, как они все это четко проработали Роном в своей лавке. Ну что, это просто бомба, ребята. Да. Это просто бомба. Вот такая вот классная лавочка. Угу. Тайник, это невероятно круто. Молодцы, леговцы. Да. Не знаю зачем, но в этом пакете была закусочная. Вроде тут уже есть закусочная, лапшичная, чем. И вот появилась еще какая-то. Здесь-то есть вот такое вот меню. В окне стоит ложка, какой-то котелок, что ли. Типа фудкорта такого, получается, ниндзяговского, да? Так вот закусочная выглядит вблизи, да. Да, без деревьев, которые мешают ее, в общем-то, разглядеть. Да, и без вообще общей обстановки. Ну, давай заглянем в нее. То, что здесь есть меню, однозначно решает, что это действительно какая-то закусочная. Да. Ну, а двери тут какие-то открываются. Вот это то, что да, на нас сейчас смотрит, это открывается или нет? Да, а вот эта дверь открывается. Открывается, и эта дверь открывается, но... Они друг другу навстречу, да, получается, открываются? Да. Эта дверь ведет на балкон, а эта дверь ведет в комнату. Внутри есть полочки с ингредиентами, большая полочка с шампунем и какой-то коробочкой секретной. Ну, его может быть какой-нибудь. Да. Еще снизу есть раковина с краном, окно какое-то для выдачи еды. Тимка специально забрал все это дело. И оказывается, что под плитой есть еще двигатель какой-то газовый. Да, какая-то газовая колонка. Вон, ребят, смотрите, видите здесь? Вот такие чашечки стоят на окне.
Вот такая вот эта раковина. Ее там было снизу плохо видно, но сейчас вот когда нам Тимка с тобой разобрал, то мы видим прямо эту раковину, да, с краном. И тут мыльные принадлежности, да, такие красивые, чтобы все было в чистоте. Ну и с этой стороны какие-то баночки, из которых все, собственно, готовится, да? Да. Как обычно, все сделано очень изящно, очень интеллигентно, очень-то продумано. Ну, молодцы. Сразу видно, что набор класс сделан с душой, да. Ну, если вот так вот поставить, ага, то тут вот были уже бортики. А-а-а. И когда хитро мы поставили его, то это как бы... Пеньки, получается, ну, такие, да? Да? Как бы он сразу туда встал. Теперь да, понятно, что к чему. Ну, на самом деле, лавка Ронана мне понравилась больше, чем это. Это 7-й пакет, и вот такая красота уже прорисовалась. Безусловно, вообще эффектная. Очень но, классно. Да, ну, все-таки я хочу сказать, набор для тех, кому 14+. Да, потому что строить это... достаточно тонкая работа. Да, хоть они там выделяют красным, какие детальки угу надо поставить, но все равно это... тяжело, да? Тяжело. Угу. Ну и мы уже собираем несколько часов, и пока конца еще не видно. Вообще не видно. Так что 14+ здесь стоит не случайно, да, ребят? Да. Тем, кому 10, это собирать будет... сложновато. Долго. После нескольких часов собирания у нас появился второй этаж. Так за окном уже стемнело, если честно, ребят. Так что не думайте, что вы быстренько соберете все это дело раз, два и готово. Уверяю вас, это не так просто. Да, ну в общем, давайте сейчас посмотрим этот второй этаж. Угу, с удовольствием. Ну с виду он похож на какое-то хранилище банка. Ну да, наверное, да. Посмотрите, какой сейф или какая красивая деталь использована. Ну, типа это окно, типа. Типа красивое окно, да. Прежде всего, конечно, в глаза бросается вот это окно. Да. Я уж не знаю, что там будет. Смотрите, как оно открывается. То есть это реально хранилище банка. Ребят. Вот так вот берешь, раз, закрутил. Еще. Ребят, туда ну это действительно деньги просто круто. Вы посмотрите, какой механизм открытия придумал Легосы. Ну-ка, Димох, покажи еще раз. Раз, и все. Чума. Раз. Это чума просто какая-то. Это банк. Ну, наверное, все-таки это что-то, возможно, другое, раз тут такие какие-то картины, красивые какие-то двери, да, чайники. Ну... И оказывается, все вот такое вот сложное, наверное, дорогое и все mm-hmm остальное сделано для одного маленького цветочка, mm-hmm, который кажется вообще такой жухлый. И видно вот его в окне, он стоит там, видите, да, ребят, какие-то трубы. То, что тут есть чашка чая, чайник, какая-то статуэтка Оскара, картины, угу, то это сразу становится понятно, что может быть это отделение банка. Посмотрите на эти решетки. Это жалюзи. Они тоже, кстати, да, характеризуют отделение банка. У банка же тоже все под жалюзями, да, ведь, да, наверное, сделано? Да. Ну вот это выглядит просто классно. Каждый элемент, каждый этаж, каждая комната внесет в себе какую-то интересную, да, тайну и делает невероятно красивым, да? Да. Даже вот эти вот, как не знаю сказать... крыша? Крыша? Да. Посмотрите, через как сделано лицо стильно. Я не знаю как, но им удалось передать настоящую крышу. Да, это просто классная черепица. Вообще великолепно. Вот так это выглядит изнутри. Молодец, Тимох, супер. Мы сейчас на данный момент собирали второй этаж. То есть он тот, который ниже того, что стоит механик, да? То есть это вот мы все еще вот только вот на этом месте, да? Вот на этом. Да. Да. Поэтому нам еще предстоит собрать еще выше и еще выше. Ну, то есть как минимум еще два и даже может быть три этажа предстоит нам уровня собрать. В 9-м пакете появился второй домик. Наконец-то мы построили полностью первый этаж. Да. Ну, первый, второй, да, как тут сказать? Да, и по-моему, это уже настоящий жилой дом. Вот это вот. Угу. Она сделана очень красиво, эта комната, из-за того, что здесь есть черепица. Черепица состоит из двух вот таких вот деталек. Ну,
Слушайте, Мух, ну это какая-то новая деталь, я так понимаю, да? Нет, такая деталь уже была очень часто, но здесь ее решили использовать как черепицу первый раз. Очень интересно, молодцы. Красивые цветочки растут на окне. Еще здесь есть такая вывеска, на которой написано «Ниндзяго». Причем английскими буквами, не на «Ниндзяго», как вижу. Это странно немного. То есть в их мире, как бы, получается, существует еще один мир. Мир, где живут простые люди, такие как Тимка. Очень странный, кстати, вывод. Здесь есть окно. Подоконник, да, у него такой интересный. Да, еще очень красивые цветы, стоящие перед окном. Тоже с подоконником, причем обратите внимание, какие ставни здесь просто изумительные. Да. Они не пожалели, но я понимаю, что сейчас эти все комнаты, они определенные какой-то такой... Ну, пятиугольной, что ли, конфигурации, да, если можно так сказать. Внутри комнаты есть кровать, есть на полке какие-то игрушки странные, есть лампа, настольная лампа и фигурка. Это явно детская комната со светильником, с таким красивым покрывалом, да. Какими-то действительно игрушками. Да, но если вы знаете, что лежит под покрывалом, то вы точно поймете, что это не совсем детская комната. Ну, показывай. Под покрывалом лежит оружие. Вот это неожиданно. Детская комната. В этой комнате живет Кристина. Ну, честно говоря, тут жить очень сложно. Места мало, это сразу понятно, что фанат ниндзя. Если у нее кровать ниндзя, футболка ниндзя, вывеска у окна ниндзя. И под кроватью лежит меч, то, конечно, это фанат ниндзя. К тому же тут есть такой постер, на котором написано «Ниндзяго Сити». Да ты что, точно? Ну давай посмотрим. «Ниндзяго Сити», да. Берем. И вот сверху, что, встала? Да. То есть он получается даже чуть больше по размеру, чем... Да, больше. Смотрите, ребята, он тут вот выступает, и снизу специально такие как бы колонны, поддерживающие его. Да, интересно тоже сделано. Очень красиво. Ну, это был четвертый домик, и мне он понравился как-то. Сейчас мы поставим пол и откроем второй этаж. Ну, то есть, скорее всего, даже второй уровень, да, Тимка опускает. То есть, он собрал вот такую пластину, и сейчас он будет ее пристыковывать. Это, наверное, задача непростая. Так. Все, вот это была отдельная серая часть. Все. Специально. Все так легко встало? Да. Теперь мы на втором этаже оказались. Посмотрите здесь, сколько Тимка сделал вывесок. Тут есть вывеска с сюрикеном, вывеска с видеоигрой. В виде игра это по 12-му, да, сезону Prime, получается. Prime Empire. Да. Вот это руки времени. Знак сезона рук времени. История игрушек, как вариант. Угу. Красивая статуя, даже не статуя, а защита, что ли. Тут, смотрите, украшение. Целое сооружение, причем тут используются скелеты. Ну вот если вы присмотритесь, вот тут вот тело скелета, да, используется? Да. Потом еще какие-то буквы странные мы не можем перевести. Лобстер, ну, то есть краб. Этот краб, там, ну, кафешка краба есть, в другом, похожем на такой же набор, Лего Ниндзяго Сити. Какая-то опять зеленая табличка, непонятная. Метро, может быть, Ниндзяго. Интересно, в Ниндзяго есть метро или нет? Да. И, по-моему, это отсылка к наборам 2010 года «Горняки-проходчики». И еще появился, ну, проход такой и место для двух домиков. Явно место под тайник, Тимоха, да? Как у Ронана, да. Смотрите, ребят, тут явно какое-то место под будущий тайник сделано. Да. Подвал, да, какой-то. На втором домике есть самолет Джея. Самолет Джея? Уменьшенный. На потолке, да, висит как будто бы? Да, ведь это же комната, ну, девочки. Фанатки ниндзя? Да.
И, по-моему, это самолет Джея. Мне кажется, похожесть есть определенная. Ладно, хорошо. Вот такой вот классный второй уровень. Угу. Сейчас у нас появился бар мороженого. Мне очень понравилось, что вот тут вот есть кондиционер, мороженка упавшая, лестница. И вообще это бар мороженого. По-моему, не делали таких. Отличная идея, особенно когда на улице минус 41 поесть мороженого. Да, но у них же тут лето вечное. Это реально выглядит как настоящая жизнь. Лестница с перилами, которая ведет на крышу. Еще кондиционер мне понравился. Кондиционер. Это вообще невероятно круто. Ребят, посмотрите, как они придумали сделать кондиционер. Кондиционеры впервые, наверное, появились в Ниндзяго Сити порту. По крайней мере, там они точно были. Впереди есть такая дверь. Угу. Основной вход, да, получается? Да. Рядом с ней есть пингвинчик, космонавт с мороженкой. Такая. На двери наверняка написано «Открыто». Да. И вот такое вот стекло, через которое, видимо, продают, наверное, да? На крыше мы видим, что есть какая-то вывеска, космическое мороженое и украшенное это все. Очень красиво. Опять они сделали такую черепицу, опять нестандартную. Взяли такие столовые нож, думают, что нам с ним сделать? И поставили его просто на крышу. Получилась черепица. Вот это фантазия. Фантазия, которая не имеет предела. Тоже интересная черепица, ты можешь с этой стороны, черепица, да? Черепица сделана из приставок игровых. Черепица из игровых приставок. То есть из всего из чего угодно леговцы могут сделать вам черепицу. Да. И вот такая лестница, которая ведет действительно не знаю куда, но тоже обязательно куда-то ведет. И ведет на следующий этаж, по-моему. Просто красота. Ну что, сейчас нам Тимка уберет одну стенку, и мы заглянем реально внутрь. Да. Внутри все выглядит вот так вот. Продавец, которого зовут Хай, прилавок, разные стаканчики, кружки, фужерчики. Ой, и самое-самое интересное, это, конечно, мороженое. На стене есть список, какие мороженое сколько стоят. Мне оранжевое. И мне с тремя шариками. И всего побольше, 10 штук. Да, каждому. Детально проработанный бар. Ну что ж, просто в очередной раз леговцы удивили. Но, ребят, я не понял, зачем они сделали это. Видите вот эту вот черту? Ну, да, видим. Здесь она видна лучше, да? А, ты вот про это говоришь? Вот это. Да. Ну то вот. Есть, как будто бы оно может отгибаться, да? Да, она может отдвигаться. Угу. Но она не должна тут отодвигаться. Сгибаться, да? Сгибаться, да. Почему ты можешь? Ну давай согни ее, можешь? Я не могу, тут просто все ломать уже. Вот. Ага. То есть зачем-то сделана конструкция, которая теоретически может быть загнута, но фактически ее загнуть нельзя. Да. Вот так странно вот все. Как-то это выглядит бессмысленно. Зачем было городить вот такую поворачивающуюся систему? Можно было сделать просто из простых деталей. Да. Если она в итоге не поворачивается. Да, Дим? Ты про это спрашиваешь? Да, я про это. Нелогично как-то ведь. Вообще, очень интересный вопрос. Ребят, а вы как думаете? На втором уровне появился второй домик. Ура! Это лапшичная чема, которая вообще не похожа на лапшичную чему. Но зато это красивое коричневое здание с красивыми красными колоннами. Где человеку вывернули ноги. Должно выглядеть вот так. Но если мы уберем эту штуку и достанем оттуда человечка, то смотрите, что они сделали с его ногами. Так, ну прикрепи его обратно, посмотрим, как он там крепится. Ему надо загнуть ноги, так. Прицепить его и потом эту штуку поставить. Посмотрите, ребят, уже получилось два этажа полноценных. И они очень высокие. Ну давайте все-таки заглянем посмотреть на эту лапшичную, да? Прежде всего бросается в глаза, конечно, вот эти колонны. Типичные колонны для китайского такого магазинчика или лапшичной, как это здесь сделано, со стеклянной красивой дверью. Да, видите, ребят? Кстати, здесь вы можете видеть, как он держал лапшу в мультике. Угу. Именно вот так двумя руками одну большую чашку.
На самом деле тут появилась новая черепица. Тут была черепица из обычных круглых деталек, из плоских деталек, из ножиков, из даже видеоприставок. А тут они сделали ее из сосисок черного цвета. Ребят, вы посмотрите, это какое-то соревнование. Молодцы леговцы, не устаем его удивляться. Как придумать такое можно было? Черепица из сосисок. Мне бы даже в голову не пришло. Замечательная лавочка сбоку. Я вижу такая, посидеть, отдохнуть. Какая-то водопроводная или что там, водосточная труба. Да, и вывеска с бутербродом. Окошечко с этой стороны с цветочками, да, вот здесь они такие желто-зеленые, а внизу, на втором этаже, да, они такие голубые. Резные ставни там, и здесь такие обыкновенные, тоже простые окна. Эта комната сделана попроще, чем бар мороженого. Тут нету какой-то большой лестницы, тут нету перил, тут нету упавшей мороженки. А ну зато посмотри, здесь каких красивых два окна. Открывается такой красивый обзорный вид. Наверное, на сады нельзя, но да? Но смотреть там некуда. Там, смотреть некуда, там, да? Там смотреть только в стену. Опять все сделано очень стильно. То есть выбор меню, да? Суши, жареное мороженое, салаты. А вот там такое красивое место, где можно уютно посидеть. Они сидят на такие маты. Едят. Да, едят, можно сказать, чуть ли не на полу, да? Третья статуэтка, да? Я правильно тебя понимаю? Да. Но на этот раз она синяя. Да. Синего цвета сделана, да? То есть была золотая, была белая, а теперь синяя. У окна там стоит какая-то сковородка, вертель, ну, короче, ну, жарят, можно, видимо, готовить. Да, готовят, да, готовят все. Но пространство кухня, там, да, такая? Да, но пространство для готовки там не очень большое. Да, туда, наверное, даже залезть сложно. Лапшичная чена, так мы ее назовем, да, это? Да. Переходим к третьему уровню. Сейчас поставим третий уровень. Ребят, честно говоря, за кадром мы пытались, и у нас реально ничего не залезало. Пол готов, теперь можно будет настраивать домики. Да. Музей. Это будет музей Ниндзяго Сити, правильно я понимаю? И обычная жилая квартира. Мы еще даже половину пакета не сделали, но уже хотим вам показать, что получилось. Давайте начнем с самого-самого начала. Мы сразу видим дверь, около которой стоит какой-то знак судьбы, может быть, Ниндзяго Сити. Какая-то сложная конструкция с каким-то секретным кольцом. Почему-то вместо дверного замка там компас. И на двери написано «Внутри мы видим...» Храм Айрджитсу. Это маленький храм Айрджитсу. Ну, видите, вот такая вот большая башня. Угу. Рядом с ним, с ней кузница, угу, и магазин. Даже вот этот мостик из красной сосиски становится мне понятен. Рядом мы видим стенд с наклейками. Может, это почтовые открытки какие-то, или что? Но это за открытки? Да, это может почтовые открытки, может наклейки. Дальше мы видим турникет. Смотрите, как они сделали турникет. Это вообще фантастика. Это просто кустик. То есть до этого это был реальный кустик, его можно было поставить в какую-нибудь лего-пустыню, и никто даже не подумает, что это в этом наборе турникет. Как настоящий турникет. На столе лежит калькулятор. Да. И компьютер, и какая-то зеленая штука. Ну, какая-то печать, наверное. На стене висят портреты. Одна. И вторая. Нет, это какой-то тоже путешественник. Потом у нас бриллиант. И этот бриллиант освещает, ну, фонарь. А может, это видеокамера? Наверное, это все-таки фонарь. Какой-то бриллиант Ниндзяго, который хранится в музее, наверное, может, очень дорогой. Может, это кристалл миров? Точно, это кристалл миров. Да, но кристалл миров хранился в башне Борга. Так что это и музей истории Ниндзяго Сити, и башня Борга. Угу.
Давайте посмотрим, что перед ним появилось. Ну, перед ним появилась стена. Вы это сразу видите. Так. Ну, перед ним самое интересное, что появилось, это какая-то... Вывеска? Какая-то вывеска, да? Может быть, это отсылка к следующему сезону, потому что там драконы также нарисованы. Очень красивые мечи над ним сделаны, очень стильные конструкции. Тут открываются два окна. Ух ты, круглый. Так что можно проветрить. Ага, здорово. Что это за краб такой сбоку? Это что такое? Наверное, они просто решили украсить стену крабом. Взяв тему из Лего Ниндзяго Муви. Помнишь, что там были такие краскрабы? Там тоже был бар с крабом. Там на стене висит карта незнакомого места. Наверное, это тоже отсылка к новому сезону. Это дар судьбы. Помните этот домик, эту голову дракона? Эти паруса. Паруса. И загнутые двигатели, да. Смотрите, какая выдумка. Круто сделано. Он подсвечен каким-то фонариком. Тимка говорит, что это фонарики. Я думаю, может быть, это видеокамеры. Ну, наверное, фонарики. Дальше у нас очень интересный посох. Такой посох был у главного злодея в Аладдине. Ну, я все-таки считаю, это как-то со сферой связано. Ну, да, это, наверное, как раз со сферой связано. А что за картина? Может быть, это был бой рук времени, когда у Кракса и Акроникса забрали их силу времени. Но так как там виден дракон в небе и не один, то это может быть... Загнанные. Что... Да, но если вы присмотритесь, то тут есть клинок мастера Чена. Так что это сезон в джунглях, где были ниндзя. Ребят, помогайте, мы тут теряемся немного. Да, и к тому же это может быть еще и первый сезон, потому что там мы видим змею на крыше. Угу. Ну, то есть все запутано. Но с другой стороны, есть точно такая же картина. Ну, немножко другая, поворачивайте мог. Это парк аттракционов Мега Монстр. Потому что если мы уберем эту картину... И уберем другую картину с другой стороны... Мы подумаем, что это тайный проход, и так и есть. Туда может пробраться механик. То есть здесь в стене специально сделана дырка. Обратите внимание, как Легосы замутили дырку, чтобы можно было тайно пробраться в музей и что-нибудь из него стянуть. Я правильно понимаю? Да, то есть это сразу для механика. Тайный ход. Потом у нас у стены стоит шкаф. Все экспонаты музея мы посмотрели, да? Да. Эта часть музея закончена, но не закончен весь музей. Да. Потом появится еще стена, на которой мы будем наблюдать разные картины и оружие. Появилась стена у музея. И не только стена, но тут какая-то огромная-преогромная арка, я понимаю, появилась. Ну, вот прям вот, чтобы к музею, то только стена. Еще тут появилась арка, чтобы красивее вход сделать. Стена музея появилась, а как мы ее можем разглядеть? Ты нам снимешь ее, чтобы показать? Ух ты, молодцы, Легосы. Все так и задумано, не волнуйтесь. Давайте осмотрим эту стену. Ну, тут ничего интересного нету. Тут наверху есть картина мастера Янга. Он был тот, кто изобрел аэроджитсу. В углу мы видим картину родителей Кая и Нии. И в углу мы видим знак мастера Ву, или, ну, просто знак дракона. По центру картина с сенсеем Янгом. И вот такая вот подсветка. Как во всех музеях, все сделано очень красиво. Посмотрите, тут. И вот с этой стороны. Да, и еще тут, ну, вы видите точно такой большой ящик, в котором на красной подушке лежит рукоятка меча. Окна, вот они меня удивили. Смотрите, как необычно сделано. Легоцы применили вот какой-то такой прозрачный кубик, да? Вставив друг на друга и поставив их под углом. Задвигаем, да? То есть, ребят, смотрите, тоже тут как круто. Тут есть специальный механизм. Тут есть такие штуки, которые не дают обычно залезть. Угу. Поэтому тут специально сделаны... Скосики такие. Круто. Мы зацепляем раз скосик на другой стороне и
Опускаем. Вообще фантастика. Ребят, потом смотрите, как здорово придумано. Внутри. И сверху идут такие желтые слитки. Продумано все до мелочей. Музей готов. Сейчас будем делать комнату. Сначала еще соберем одну комнату, и только потом этот весь этаж уже будем пристраивать. Правильно? Да. Мы поставили третий уровень. Ура! Третий уровень. Ура, ребят! Ура! Тут есть музей истории Ниндзяго. И у нас появился специально домик. Ну вот смотрите, как вырос уже Ниндзяго Сити Гарденс. Сады Ниндзяго Сити стали уже такие высокие, что даже Тимку скрывают. И на самом деле, хоть Тимка и называет это третий уровень, то на самом деле, мне кажется, это вообще четвертый этаж уже, по сути дела, по факту, да? Ну да, это четвертый этаж. Вот такой вот появился зеленый домик. Да, красивый, кстати. Да, вот так он вписался прямо над... Да. Подпшичная чена. Тут сделали специальную арку, ну, чтобы было типа красиво. Вообще круто, крутизна, да. И если вы посмотрите сюда, то это дверь в ад. Почему? Вы такие сидите в своем домике, такие захотели выйти на балкон, открываете дверь и падаете в воду. Здесь, вы не волнуйтесь, будет балкончик. Зеленый домик. Дальше такой музей. У музея есть свой коридор. Посмотрите, да. Какой красивый. Там перила. Тут... И телескоп. Да. Тут есть телескоп. И вот, собственно говоря, сам музей, вот он тоже так вписался красиво. Теперь уже полноценно вывеска вот эта смотрится вот так. Посмотрим теперь вблизи этот домик, да. Как обычно. Он прямо построен на единой целой пластине. Тут есть такой красивый горшочек с двумя цветами. Они стоят на подоконнике и такие, ну, очень симпатичные. Да. А посмотри, какие на стене какие-то декоративные элементы зеленые сделаны, вот эти. Это же тоже очень оригинально. Что это такое? Ну, по-моему, они хотели просто сделать плитку. И с другой стороны там точно такое же окно. И козырек замечательный. Практически у каждого окна есть свой козырек. Это, да. Это просто великолепно. Тут стоит такой горшок. И над ней лампочка. Ну, на другом окне стоит ананас квадратный почему-то. Это что, они Майнкрафт что ли хотели изобразить? Давай сначала посмотрим, что же все-таки в комнате есть. Я вижу зонт. Да, тут есть розовый зонтик Хагрида, так. Из Гарри Поттера. Если повернуть, то мы видим сады Ниндзяго Сити. Какая в садах Ниндзяго Сити. Такое зацикливание очень интересно, да? Да, и сверху кисточка. Помимо картины у нее есть радиоприемник. Даже телевизор это. А, это телевизор. Да, там нарисован репортер Ниндзяго. И есть очень удобная кровать. Ну, а астрономический-то прибор для кого? Наверное, телескоп тут. Лосяша? Лосяш, привет! Сады Ниндзяго Сити продвигается. Уже есть четвертый уровень, и на нем стоит домик. Прикольно. Интересного цвета, интересной формы двери, обрати внимание, такие арочные, да? Даже тут нету, если честно. То есть это какая-то беседка, я бы даже сказал. Да, ну на самом деле он такой китайский. Давайте сейчас посмотрим его вблизи. Вот. Ну, Тимка, вот эти вот арки больше характерны для Востока. Вот такие вот. Своды арок таким углом вверх. Восточный домик? Да, это как бы напоминает больше какой-то арабский стиль. Но как бы черепица действительно как-то китайская. Здесь есть какой-то вход в него, который выложен плиткой. И, по-моему, зеленое. Это коврик. Наверняка, да, зеленый коврик. Какая-то ступенька, наверное, для того, чтобы легче было подниматься, да, Тимка? Внутри стоит какой-то стол со священным ростком. Может быть, зачем они его может быть, это комната для чаепитий? Может быть, кстати. Так. Если выйти из этого домика и чуть не упасть с крыши, то вы увидите сейф. Мы отгибаем, и там лежит священная какая-то ерундень. Ступенька такая, тоже соответствующая, серая ступенька. Ну, очень эффектно. Да.
Крыша и заборчик. Ну, такой забор можно продолжать бесконечно. Угу. Очень красивый забор. Здесь такой фундамент. И черепица очень хорошо видно. Тоже новые стили черепицы. Но, так я понимаю, здесь они сами бросили себе вызов, чтобы каждую черепицу делали не такую, как в прошлый раз. Да. Много было черепицы в этом наборе. Но это самое странное. Почему? Она сделана из крышек сундуков. Ребят, вообще... Это реальные крышки сундуков. Черепицы из крышек сундуков. Вот это я понимаю. Если мы поднимем эти крышки, то мы увидим там шлемы, ролики. Ролики еще кое-как достаются, а вот шлем... Уже нет. Это не надо достается. Крышу разламывать, да, я понимаю? Да, я проверял. А кто тогда держит шлем, ролики на крыше такой так, башенки? Так, я не знаю, у китайцев свои причуды. И цепляем. В общем, красиво. Красиво. Все? Готово, да? Да. Комнату, которую я сейчас собирал, она реально классная. Сама комната выглядит вот так. Тут нет никаких окон, ну, а да. Просто какая-то типа веранды, что ли, если так можно сказать. Что-то вроде этого. Ну, давайте я постараюсь заглянуть туда вовнутрь. Здесь такие заборчики, чтобы люди не выпадали, телескоп. Начнем с двери. Ну, хотя это дверью назвать нельзя. Вы крутите. Ух ты! Если вы внизу, то вы можете сюда залезть. Так. Потом вы нажимаете на кнопочку, и все закрывается. Так что это дверь. Давай Тимка нам еще раз продемонстрирует, как она работает. То есть вы берете, крутите, и лестница спускается. Угу. Мы поднимаемся по ней, попадаем в эту комнату, и потом поднимаем. Да. Так вот все легко. Тим, ну а что за очень эффектный плакат с каким-то, не знаю, героем каких-то «Звездных войн»? Это плакат из старой-старой серии «Космическая полиция». В этом наборе три плаката, которые на Space Police сделаны, сделаны на «Искателей приключений» и сделаны на «Ультраагентов». Внутри комнаты мы можем видеть удобное кресло и телевизор, на котором изображена игра «Величайшая империя». Узнаете красного визора? Да, это красный визор, точно. Ребят, смотрите. Над компьютерной приставкой я вижу портрет. О, так значит, это комната ниндзя? Да, это комната ниндзя. Тут нарисованы все ниндзя, кроме Кая. Почему-то. Вот это странно. Странно, да? Действительно, очень странно. Здесь есть игровой автомат. Это, наверное, самое главное в этой комнате, что есть. Потому что этот игровой автомат реально может играть. Этот игровой автомат правда может играть. Это, наверное, самый первый игровой автомат. На нем правда нарисован Кай? Да, на нем нарисован Кай почему-то в белом кимоно. Угу. И смотрите, если мы будем опускать и поднимать эту ручку, то следите за фигуркой Кая внутри. Ага, скачет. Да, то есть это типа он бьет этого дракона. То есть нажимая на эту резинку, на этот джойстик, Кай сражается с драконом. Ну, такое я вижу первый раз. Да, Тимка? Мне, честно говоря, тоже было вот вначале непонятно. А сейчас я вижу, что эта ручка на самом деле классная очень. У нас появился еще один телескоп. И посмотрите, как у него сделано, ну, вот окошко, через которое надо смотреть за звездами. Это водопроводный кран. Да. Причем золотой водопроводный кран. Ну и тогда осталось нам посмотреть. Это рыба. Слушай, может, это какая-нибудь креветка тимуха? Нет, это точно не креветка. Ее схватили за хвостик, и все. Угу. Вот такая комната. Очень небольшая, но насыщенная. И да. Самое интересное, с такой загадочной дверью. Да? В 19-м пакете появилась первая часть башни. Ну, честно говоря, тут ничего особенного нет.
В этой башне был костюм Джея Легаси. Ребят, это не Джей. Да. Это костюм его. Не волнуйтесь. Угу. Если в Ниндзяго Сити был костюм Ллойда, то тут должен быть костюм Джея. Так. Чтобы изменить постер, надо поднять эту держалку. Можно убрать этот постер со Space Police и поставить, например, постер с акулой. Это как будто бы какая-то реклама каких-то фильмов, да, получается? Да. Ребят, смотрите, то есть вот здесь вот постеры меняются, а хранятся они как раз вот в этом самом, в этой самой башенке, да? На крыше. И если мы заглянем внутрь, то по бокам мы видим постеры. Один постер на стенде, а два других в запасе. Ребят, смотрите, вот с этой стороны тоже я вижу какой-то постер. Покажешь нам, Кимка, что за постер? Тут постер с... Искатели приключений. Красиво. Совсем такая невысокая и, в общем-то, я бы даже сказал, достаточно простенькая. То есть она, Тимка, и дальше, да, будет расти? Ну, судя по рисунку, да. То есть вот видите, если сравнивать с рисунком, то получается, это вот ее первая часть. Сады Ниндзяго Сити уже почти готовы. У нас на этот раз появилась башня. Это, наверное, самая высокая точка, выше которой мы уже не поднимемся. По высоте мы собрали, но есть еще несколько элементов внизу, которые нужно дособрать будет. Осталось тут сделать купол и здесь дерево. А также вообще нам надо сделать тут храм. Ну, вид башни действительно какой-то фантастический. Это какое-то будущее. Такими сияет своими огнями. Эта башенка на самом деле, если присмотреться, тайная база ниндзя. Мы поднимаем щиты, и внутри мы видим вот такую комнату. И там еще есть компьютер, монитор. Сиденье. Сиденье, кресло такое, да. Честно говоря, там как-то не очень удобно. По-скромному, да, по-спартански. Посмотрим на хотя бы на экран компьютера, да, что мы там можем увидеть? Да. На экране компьютера мы видим Пайтера, Ниндроида и карту Ниндзяго. Пиль в целом классный. Такие антенны классные у него. Ниндзя могут наблюдать за врагами за спиной. Ну что, очень красиво, очень высоко, ну и очень интересно. Так, теперь все это осталось. Ну что, вот Дима, вот. Впечатляет? Очень классно. В 21-м пакете был построен купол музея. Эта вишня, она просто, я не знаю, ее описать невозможно. А мне, например, нравится вот сам этот купол. Посмотрите, как красиво сделано. Все выглядит очень круто. Это просто очень-очень красиво. Опять-таки яркие, сочные цвета. Под куполом музея висит скелет дракона. Скелет дракона? Но тут его не очень видно из-за дерева. Давайте я его сейчас отцеплю. Если во всяких музеях вы видите скелеты мамонтов, скелеты китов, динозавров, да, то тут просто скелет дракона. Ну что такого? Ну, это же обычное дело. Им из обыкновенных деталек леговских удалось собрать вот такой вот чудесный скелет, да, Димка? Да. Он такой, как бы, получается, висит в стеклянном колпаке. В каждом уважающем себя музее обязательно должен быть какой-нибудь сопотопный скелет, да. Это уж просто не ходи к гадалке, без этого вообще просто никак. Свершилось чудо! Сады Ниндзяго Сити почти готовы. То есть, по крайней мере, готово само здание. Основное, да, садов Ниндзяго Сити? Но нам осталось совсем немного, и будет все готово. Нужно будет собрать только лишь... храм. Который находится рядом, да, с Ниндзяго Сити? Да. И давайте сейчас посмотрим, что у нас появилось в 22-м пакете. Сады Ниндзяго Сити будут не садами Ниндзяго Сити, если у них не будет дерева. А это дерево особенное, потому что там написано 10 лет Ниндзяго. 10 лет Ниндзяго.
Это юбилейный набор. Да, его специально делали, чтобы подчеркнуть юбилей Ниндзяго. Это самый большой набор Ниндзяго. Да. Круче не бывает. И он реально классный. Невероятная красота, сложность, да? Ну и да. В то же время, мне кажется, очень большое искусство тех дизайнеров, которые придумали и создали этот набор. Все продумано просто до мелочей. Особенно понравилось мне кронное дерево. Смотрите, какое Тимка собрал дерево. Оно начинается на первом этаже. А заканчивается на третьем уровне. То есть вот второй проходит. И тут вот вырастает, чуть ли не до четвертого уровня. Смотрите, какая красота. Теперь это действительно уже цельная картина. Смотрится просто восхитительно. Очень классно. Что еще помимо дерева было здесь? Еще появился летающий мотоцикл. Зачем он? Преступница Кике похитила какой-то странный кристалл. И улетает на совсем очень-очень странном мотоцикле. Да. Причем, смотрите, он как будто бы парит в воздухе, да? Леговцы так придумали, что он как будто бы летит. Круто, да? Ну, по-моему, он тут зря сделан. Он тут не нужен. Но я вижу, что за ней уже пристрастился Кай на крыше. Ну, да. Посмотрите, он явно собрался на нее напасть. У нас появился сбоку балкон. Дверь в ад стала дверью в рай. На этом балконе есть два горшка с цветами. Кстати, классные горшки. Причем, мне кажется, балкон даже больше, чем сама комната у этой Элен. А внизу у нас продолжение улицы. То есть там стоит этот робот. Такая вот аллея прогулочная, да? Ну, то есть в этот пакет последний, 22-й, да? Да. Больше уже ничего не входило. Да, и я хочу сказать, что набор реально крутой. Продолжаем собирать сады Ниндзяго Сити, и сейчас мы собираем основу храма. Давайте посмотрим, что у Тимки получилось. Трава есть трава, да? Ее тут никуда не деть. Да. А черное это что такое? Земля? Сюда будут ставиться детальки воды. То есть черное превратится в воду, зеленое так и останется травой. Ну и водой немножечко. И здесь вот, я понимаю, и будет, собственно говоря, храм, да? Да, на этом будет стоять храм. Теперь место, где будет храм, стал островом. Тимка сделал все, чтобы поставить воду. И вода оказалась совсем не там, где я думал. Не только на черном, но и на зеленом, и на темно-зеленом. То есть она заполонила практически все. То есть получается, что вода легла везде. И в некоторых местах просвечивают кувшинки. На некоторых просто цветочки. Появился памятник Зейну. Появились 4 мостика, 2 каменных и 2 обычных. Переходят в такую тропинку к памятнику. Такие вот красивые мостики деревянные. Деревянные? Ну, мне кажется, что они должны быть деревянные. По крайней мере, настоящие мостики, они ну, именно общем, из дерева. Ну, в общем, с них легко упасть. И вот самая, наверное, ключевая вот тут вот деталь, это вот памятник Зейну. Почему-то памятник больше, чем столбы. Хотя столбы были гораздо больше, чем сам памятник. Такая скульптура Зейна, очень красивая. Вообще памятники это целая история, да, тоже в Ниндзяго. Тимка ставит последние детальки. Смотрите, вот такой вот храм. Это последний. Ура! Все, готово! Все, это была большая, очень большая и сложная работа. Гигантская. Это, ребята, просто очень-очень большой набор. На самом деле, это многодневный труд. 3 дня я затратил. Чтобы собрать все это. 3 дня для того, чтобы собрать вот этот набор сады Ниндзяго Сити. Давайте соединим храм с самими садами Ниндзяго Сити. Все! Вот теперь точно все. Ура! Можете представить себе
насколько это все красиво, сложно. Леговцы создали просто маленькое чудо. Эту фигурку мы очень долго ждали. Ну, наверное, это самая уникальная фигурка этого набора. Да, ее больше нигде нету. То есть это просто эксклюзив из эксклюзивов. Да. Золотой мастер Ву. Золотой сенсей Ву с золотым лицом. По-моему, вообще не было золотых мастеров Ву с золотым лицом. До этого был юный Ву в доспехе дракона. Золотого лица у него тогда не было. А это первая фигурка мастера Ву золотого именно. Сразу хочется сравнить его с Ллойдом и Каем. Посмотрите, ну, к примеру, да, вот такие вот фигурки Ллойда и Кая. У них желтые лица, в отличие от мастера Ву. Так что мастер Ву тут выглядит как-то более прикольно. Угу. Ну, хотя, если бы они не сделали ему золотого лица, то это был просто позор. Да, думаешь, позор бы? В таком большом наборе классном, в котором хотят все, обычный мастер Ву. Ну да, наверное, я с тобой согласен. Мы любим сравнивать с Тимкой. Вот у Тимки есть два таких уникальных мастера Ву. Мастер Ву в плаще. Этот мастер Ву встречался в наборе по сезону Асфиры. А мастер Ву, который... Ну, без плаща, получается. Ну, без плаща, да. Но не золотой. Он из сезона с мастером черепов. Очень много сходств. Он какой-то... другой. У него шляпа золотая, посох золотой, борода золотая, тело золотое, голова золотая. Даже пояс золотой и золотая эмблема на спине, да, всё такая золотой. Тоже сделана. Все. Ну, то есть, условно говоря, даже косичка золотая. Да. Ну что, оцениваем высоко? 5. 5 баллов, да? 5 с плюсом. Отличный набор, отличная фигурка. Это уличный Джей. Городской Джей, Джей в костюме горожанина. Ну, такой обычный, простой парень. Это не ниндзя, это просто герой. Который дарит цветы своей девчонке. Ну вот, разумеется, не обошлось без его смайлика и молнии. Джей как любил свои значки, так он их и оставил. Ниндзя Джей и Джей горожанин. У обоих синие, темно-синие ноги. Только у Джея из набора... Райский уголок, у него ноги с принтом, а у Джея, который из нового нашего набора, у него нету принтов на ногах. У ниндзя маска, а у этого Джея просто растрепанные волосы и, соответственно, расстегнутая куртка. Лицо у Джея осталось таким, какое оно и было. Не изменилось, да? Я не знаю, эта фигурка простая, но она мне почему-то нравится. Первое лицо у Джея такое веселое, беззаботное. А второе, какое-то настроенное, типа, эй, у вас что, нету кексиков? Ну что ж, отличный Джей, супер, двигаемся дальше. Это городская Ния. Если вы смотрели сезон со Сфирой, когда Ния, Зейн и Ллойд пошли за запретным свитком вторым, клуб исследователей, Ния и Ллойд отразились в одном зеркале. И Ния там как раз была в такой одежде. А зеркало было не простое, оно было волшебное. Оно показывало страхи каждого ниндзя. Правильно? То есть Ния боялась стать обычной городской девчонкой. Такой, какой изобразили леговцы в наборе сады Ниндзяго Сити. Какой-то небольшой косячок. Худшее воплощение Нии в ее представлении. Да. То есть она себя видит вот таким ниндзя. И леговцы сделали из нее... вот такую вот городскую Нию. Которая носит стандартную кожаную курточку, джинсы потертые голубые, майку. Леговцы, вот вы смотрите, что делаете? Вы специально решили над ней посмеяться, да, типа, изобразить ее в самом страшном для нее образе, да? Да, типа, это все равно, что сделать Ллойда Гармадоном. Это Ронан. У нас уже был похожий Ронан, но этот Ронан, он новый. Все фигурки Ронана не такие частые, как фигурки ниндзя, хотя... Ронан тоже очень интересный ему персонаж. Сделали мех и корабль. Перед вами два Ронана. Один из набора 2021 года
И второй старый, из корабля «Рекс Родина», наверное, да, Тимон? Да, оттуда. Это один из наших любимых персонажей, да, потому что он очень такой хитрый, ловкий. Да, честно говоря, эта фигурка мне понравилась. Угу. У нас были Ронаны, но они как-то меня не очень задели. А вот у этого прям вот глаз какой-то сделали оранжевый. Потом еще на спине у него гораздо круче, чем у прошлой версии. На теле у него красивее сделано. Так что вот цвет один и тот же, но вот что-то где-то изменено. Сейчас мы поговорим про Мэй. На самом деле мы ее вообще не знаем, но кимоно у нее прикольное. Оно немножко похоже на кимоно, которое у нас было до этого. Это кимоно было в серии мини-фигурок «Каратист», mm-hmm. и вот он. Кимоно достаточно похоже. Красивое такое кимоно, но все-таки это не делает фигурку какой-то прям суперской. Uh-huh. Про нее действительно мы не знаем вообще ничего. Какой-то не особо значимый персонаж, видимо, ниндзяга. Ее, по-моему, вообще не было. Да, но судя по всему, она как бы владелица этой маленькой кафешки, раз она там готовится. Может быть повар, может быть как бы официантка, я не знаю кто. Но судя по картинке, к ней явно идет в гости Клатч Пауэрс. У фигурки такие интересные фиолетовые волосы, очки я вижу какие-то модные. У нее еще есть второе лицо, но его, наверное, мало кто будет использовать. Это испуганное. Но, если вы покопаетесь в своей памяти, ну или посмотрите один наш ролик, то вы вспомните, что такое же лицо было у мамы Джека из Lego Hidden Side. Тимка специально поставила рядом фигурку мамы Джека, она здесь учительница из Hidden Side. И мне кажется, что Тимка опять угадал в точку. То есть Лего Hidden Side пробирается в ниндзягу. А если вы посмотрите на ее лицо спереди, то она тоже одинаковая. То есть получается, что голова полностью поставлена из Hidden Side. Да. Ну что, нас это не удивляет? Это как-то уже начинает надоедать. Вначале Болоба, потом мама Джек. Ну ладно, может быть, для незначимых персонажей это и можно. А может быть, эти вселенные тоже как-то пересекаются? Сейчас мы посмотрим Кайта. Кайта – это, видимо, отец семейства, состоящий из трех человек. Элен – мама, Хай – сын и Кайта – отец. Mm-hmm. Ну, он одет свой деловой костюм с телефоном и чемоданчиком, портфелем. Идет в лапшичную Чена. Он живет в этом доме, нельзя гасить. И, соответственно, пошел немножко перекусить. Да, но, ребят, тут тоже не обошлось без кое-каких недочетов. Смотрите. Ну что? Как сказать? Это понимает? То есть это мастер Ву. Я правильно тебе понимаю? Это юный Ву. Юный Ву. Не удивляйтесь. Это Лего. Он тоже живет в этом доме. Не удивляйтесь. Все хорошо. Если они сделают кому-то еще одно лицо в этом наборе, я не знаю, что делать буду. Ну, давайте. Я расстроюсь. Ну да, то есть вы видите сами, что лица у них абсолютно одинаковые. И если бы Ву был обыкновенным городским жителем, он бы жил в этом доме на третьем этаже, ходил бы в лапшичную Чена и ходил бы на работу как простой житель. Тут же все преобразовались в простых жителей, то есть ниндзя, типа Джей, типа Ния, они но тоже вот в городской одежде. Но это отсылка к мастеру Ву обычному. То есть получается, да, это отсылка к мастеру Ву. Так может быть они это и не случайно сделали? Ты как думаешь? Может быть, но тут два лица мастера Ву, прикиньте, в наборе. Да, два мастера Ву в наборе. Кто бы мог догадаться об этом, да, Тимок? Кошмар полный. Ага. Как тебе сама по себе фигурка? Мне кажется, очень интересная. Красная, ну, и такой, ну, да, рубаха. Фигурки, по-моему, еще не было. Галстук. Такой дипломат в руках, волосы красиво сделаны. Телефон. Ну нет, сама по себе фигурка неплохая. Да. Вполне достойная. Но лицо можно было бы и поменять. Ну, если это не специально сделали, да ведь? Ну, может да. быть, это такая пасхалочка, посланная тем, кто любит ниндзяга. Типа мастер Ву. Ну, теперь Тимка вам рассказал об этом, вы тоже знаете. Смотрите Тимкины рассказы.
Вот так вот. Это Кристина. Ну, привет, Кристина. Ты, я вижу, любитель ниндзяго. Да. Ты фанатка. Я видел твою комнату. У тебя там все связано с ниндзя. Ага. Кто твой любимый герой? Ллойд. Ллойд, потому что он нарисован у тебя на футболке? Да. Вот такая девчонка, ребят, смотрите. Такая футболка была в наборе Лего Сити, там только был мальчик. Да, на спине у нее написано Ллойд. Ну что, наверное, говоришь, что она действительно любит Ллойда. Ну эта кофта такая классная и вообще сама фигурка интересно выглядит. У нее два лица, одно такое обычное, а второе с закрытым глазом. Типа она подмигивает. Наверное, долго ее рассматривать смысла нету, да, фигурка? Ну что, вполне достойная, да? Да, Тита. Он парень явно цифровой. Посмотри у него, Тимок, на... С правильным эмпайр. Еще у него есть диктофон какой-то. Что-то это больше похоже на видеокассету. Это типичная видеокассета. Никакая это не игровая приставка. Посмотри, тут даже лента нарисована внутри. То есть он идет в какой-то, видимо, видеосалон или еще что-то, несет свою кассету. В мире ниндзяго видеокассеты еще до сих пор живы. Ничего себе, удивительное явление. Ну, а самое главное, что у него есть друг, да, в виде собаки. Тимка говорит, что такие собаки уже были? Да, такие были собаки. Ну, эту фигурку мы до конца не знаем, точнее, вообще не знаем. Это просто какой-то горожанин. Ну, давайте поподробнее посмотрим на эту мини-фигурку. Да, его зовут Хай, он работает в этом кафе. Ну, это видно по его костюму, да, вот этому комбинезону, да. Который... У него есть мороженка. Да, мороженка. Кошка. И такая фирменная одежда. Тут обязательно бейсболка, наверняка, как у всех таких вот в заведениях сильных. И вот очень красивые, яркие руки, видимо, такой же костюм. Такой бирюзовый, да, красивый. И на груди, и на спине у него знак отличительный этого кафе. Ну и, конечно, улыбающее лицо. Лицо у него одно, абсолютно белые, без принтов штаны. И, в общем, как бы, если не считать вот аксессуаров, которые у него в руках, и ора бирюзовых рук, ну, самая, в общем-то, обыкновенная фигурка. Все-таки это парень или девчонка? Это парень. Это парень. Судя по его бороде. А, у него борода? Да. Ну, понятно. Такой вот персонаж тоже живет в Ниндзяго-Сити. Это, наверное, самая ожидаемая наша фигурка-механика. Ее больше никогда не выпускали. Только в этом наборе и только сейчас вы можете увидеть ее целиком, вот вживую, как она реально есть, с ее полосато-черными ногами, да, с такой с котелком на голове, ну и с каким-то таким злодейским киберлицом, да, Тимок? Это киборг. И рука-то у него тоже получается с каким-то оружием, да, таким? Ну, честно говоря, это оружие у него отцепляется, так что это, не думайте, что ему в руку вмонтировано. Но было бы классно, если бы вмонтировано. На спине у него какая-то заплата, рука одна, смотрите, золотая, другая как бы типа такая бордовая, ну, да? Как кофта. Видно, что он такой преступник. Закоренелый злодей, если так можно выразиться. Да. Злодей, запустивший 12-й сезон. То он открыл портал ногами в реальный мир. Чтобы ногами там тоже все захватил. Не недооценивайте этого героя. Он вам еще покажет. Ну, это фигурка, которую я очень-очень ждал. И теперь вот она перед нами. Так что, наверное, ради этого стоило покупать этот набор. Если вы думали, что в этом наборе 19 фигурок, то мы вам скажем, что их 20. И это как раз самая 20-я фигурка. И пусть мне кто-нибудь скажет, что это не мини-фигурка. Мини-фигурка, которая не входит на обложку этой коробки. Мини-фигурка, про которую никто не знает. Тайная мини-фигурка. Но на самом деле она правда не мини-фигурка, потому что она стоит... На лапшичной мастера Чена. Но мы ее считаем мини-фигуркой. Потому что она еще получше других мини-фигурок, которые входят в этот набор. Да. Он, кстати, так очень хитро подмигивает вам. Обратите внимание, у него он такой типа: «Эй, ребят,
Я тоже тут есть. Не думайте, что я не человек. И у него усы такие характерные китайские. У него китайская такая вьетнамская шляпа. Очень-очень интересная фигурка и очень интересный костюм. В руках он держит две таких чашки для еды. Он очень классный. Это Мисако. Это новая Мисако. Такая вот Мисако из настоящего Лего Ниндзяго встречалась только в уникальных наборах, как Харама Раджитсу или Сады Ниндзяго Сити. Она археолог и имеет отношение как раз ко всем этим вещам, которые здесь были. Да. И к Храму Раджитсу, и к дракону, к Дару Судьбы. Может быть, она хранительница музея? Ниндзя с нею познакомились в музее. У Тимки есть возможность сравнить две Мисаки. И сейчас он вам покажет Мисаку из храма Аэроджитсу. Сейчас перед вами Мисака в разнице 5-6 лет. И самое смешное, что если вы присмотритесь к ее телу новой Мисаки, то вы просто поймете, что она надела на себя кожаную куртку. И все. Вот была Мисака из храма Аэроджитсу. Взяла она, надела кожаную куртку и стала Мисака из садов Ниндзяго Сити. Ребят, я, наверное, соглашусь с Тимкой. Посмотрите, рубаха, да, наверное, такая, у нее с двумя карманами, она под курткой оказалась. Тот же самый зеленый платок, те же самые зеленые штаны, волосы те же самые абсолютно. Посмотрите, да? Смотрите, ни волосы не изменились, только разница именно в этой куртке. Можно сказать, ничего не изменилось. Леговцы повторили фигурку 5-летней давности. Ну, честно говоря, конечно, подстава небольшая. Небольшая подстава, да? Сам набор классный, мини-фигурки тут. Вот такая Мисака, какая есть, такой ее и принимайте. Да, ничего не поделаешь. Один из моих любимых героев. Клатч Пауэрс. Такой бездельник, лентяй, лежебока. Он же любит очень, так сказать, придумывать себе разные истории, фантазировать. Его даже чуть было не исключили из клуба путешественников. Его исключили из клуба путешественников. Исключили из клуба исследователей, потому что на самом деле он ничего уже не хотел исследовать. Исследователь, который не исследует. Но все равно это замечательный герой. И очень жалко, что этот Клатч Пауэрс так сильно похож на другого Клатча Пауэрса. Первый раз он вышел в таком специальном наборе. То есть это была фигурка в эксклюзивном наборе, а теперь, получается, снова в эксклюзивном наборе появляется вот новый Клатч Пауэрс. У него появилась сумка, а его старый пояс куда-то пропал. Сама по себе фигурка не изменилась, изменились только аксессуары. С поясом он был лучше, чем с сумкой. То опять-таки они ничего не поменяли. Ну хотя бы поменяли бы ему курточку какую-то. Да, перекрасили и сделали бы ноги или еще что-то. Сделали бы ему другое лицо. Ну другое лицо. Ну что вы пускать одну и ту же фигурку в эксклюзивном наборе, какой смысл? И ничего не менять, ребят. Ну почему нельзя было в Клатч Пауэрсе поменять хотя бы что-то? Да, это просто подстава. Эйлин. Эйлин. Такая девчонка, как Тимка нам объяснила, она художница. Она живет в этом зеленом домике, и она всегда носит с собой бублик. Дали бы ей кисточку. Странно, что они дают ей бублик в руку. Ну да, как-то нелогично. Зато она в розовом, штаны у нее такие девчачьи фиолетового цвета, ну и майка такая белая, ну, волосы нельзя сказать, длинные коричневые. Что, нельзя сказать, что фигурка такая вот прям супер, ну и неплохая. Ноги без принтов, но зато вот очень интересная у нее курточка. Ну а так это обыкновенная жительница Ниндзяго Сити Гарденс, так что знакомьтесь, Эйлен, вот она такая. Это Легаси Кай. Такой же, как он был до этого. Такой же почти что Кай был в наборе «Дар судьбы». Почему ты добавил слово «почти что»? Да, ну, потому что у этого Кая есть серебряный меч, а у Кая из «Дара судьбы» он был золотой. Ну, то есть различаются они цветом катаны, да? Да. Только. И все, по сути дела. Хотя складка у него на самом деле золотая. Да. Ну а рисунок тела, рисунок ног, маска, лицо, все осталось то же самое. Ничего не поменялось. Ну, честно говоря, как-то не очень. Скучновато. В первом Легаси она была единственная фигурка Кая. Угу.
Но сейчас ее уже появилось достаточно много, да? Очень много. Очень. Двигаемся дальше? Да. Это костюм Джея. Костюм Джея Легаси без лица самого героя Джея. То есть здесь получается у нас нет головы, да? Все остальное на месте. Нет головы. Нет. Всадник без головы. Он стандартный? Стандартный? Очень. Он, я так понимаю, еще раз из Дара Судьбы, как и все остальные костюмы в этом наборе? Ну, этот костюм как раз не из Дара Судьбы, он может быть из любого первого набора Legacy, где был Джей. В этом наборе этот костюм просто стоит в башне. Зачем он там стоит вообще? Какой смысл в этом костюме? Ну, можно сказать, это чулан, потому что там хранятся эти фотографии кино. Ну, то есть в каком-то чулане заброшен костюм Джея. А сам Джей в это время ходит горожанина по городу, ест, покупает цветы, ест мороженое и встречается с девчонками. Сейчас мы посмотрим Зейна. Это Зейн Легаси в костюме Легаси, и у него за спиной есть серебряная катана. В остальном фигурка стандартная, да, типичная. Здесь ничем никаких отличий нету. Да. Не будем на ней останавливаться долго. Это городской кол. То у него приставка игровая. Ну, джойстик, да, в руках, да. У него. Кофта с гитарой и... С надписью «Турне, мировое турне, путешествие рок-гитариста». В этом наборе есть ниндзя в обычной одежде городской, а есть в костюмах ниндзя все-таки. Его похожие... Версия была еще в мини-фигурках Лего Ниндзяго Муви. Ну, то есть видно, что здесь абсолютно одинаковое лицо, волосы одинаковые. А все остальное нет. Да, ну надпись-то на спине про мировой тур-то она осталась. То есть и там, посмотрите-ка, написано, что он отправляется в мировое какое-то турне. Как тебе фигурка Коута? Самому нравится или нет? Ну да, она мне понравилась, она выглядит классно. У него два лица. Сердитая, наверное. Типа, эй, кто съел мой обед? О, я еду в тур. Только там будут плохо кормить. Вот такой вот кол. Ку-ку, Кике. Ну или просто Кике. Я не знаю, может быть, она как-то читается и по-другому. Но мне почему-то кажется, что Кике – это более правильное ее имя, да? Да, мы называем ее поэтому Кике. Явно она воришка? Да, она украла какой-то алмаз. Я не знаю, зачем ей этот алмаз, когда рядом тут музей. С кристаллом миров, да? Да. Она в такой маске в черной на глазах. У нее какая-то бандитская одежда. Ну, это первая такая фигурка Кике. Мы ее раньше не встречали. Мы вообще не знали, что она существует. Но на самом деле фигурка какая-то достаточно симпатичная. Наряду с механиком. Да, она стоит рядом с механиком. Я так понимаю, они представляют здесь какую-то злодейскую фракцию в этом наборе. Да, да, тут всего два злодея целых. У нее есть два лица. И оно выглядит как-то без маски, обычно. Попроще, да, какое-то, да. Простоватое, да, лицо? Такая шапка, она была у полицейских, угу. В горной полиции. Познакомьтесь, это Скуб. Ну, Скуб, он просто... Робот? Да, он составной, то есть это не как мини-фигурка там. Ну, то есть ее, наверное, и нельзя считать как мини-фигурку, или все-таки можно? Нельзя. Слушай, Тима, а что такое у него на груди, я не могу понять, какой-то... Голова его. Голова на груди? Это голова. Ну, видите, две вот этих красных штуки, да, это вижу. Его глаза. Короче, это робот-строитель. Это третья спрятавшаяся фигурка в наборе. Памятник данному Зейну. Первая фигурка была лапшичник из лапшичной мастера Чена. Вторая была костюм Джея, а третья перед вами. Когда мы говорили, что у нас 19 фигурок в наборе, то мы ошибали. Отличные наплечники, титановые волосы и вся фигурка серая, как и положено быть памятнику Ниндзяго. А называется она «Титановый Зейн». Я лично скульптурам не равнодушен. Мне кажется, что это не воплощает все самое лучшее. Скромность, простота. И в то же время какую-то определенную идеальность. Надо вот без рисунков передать, что это памятник Зейну. Это на самом деле не так просто все сделать. На самом деле в мультике у него еще был меч
тут и без меча обойдемся. Это маленький Ллойд. Он как раз был в самом последнем пакете самого большого набора ниндзяго. По-моему, это самая маленькая фигурка в этом наборе. Ну, у него стандартное кимоно из Ллойда Легаси, я правильно понимаю? Да, но на самом деле он выглядит как-то прикольно. Нравится? Да. У него короткие ноги, это очевидно, да? Да. Он такой маленький и классный. Угу. Такой малыш, да? У него очень прическа характерная. Лицо такое у него было в «Даре судьбы». То есть новенькое, здесь только ноги. Но он почему-то действительно какой-то симпатичный такой, озорной, конвенционная фигурка всего набора. Уникальный из-за своих ног. Смешно, да? Но это так. Мне кажется, что это настоящая картина, только написанная не красками, да, написанная кубиками Лего. И тот, кто это сделал, настоящий большой художник. Да. Такое сделать невероятно сложно. Я очень рад, что собрал эти сады Ниндзяго Сити. Тут столько деталей было. Я столько собирал. Очень и все готово. Это чудо, которое должно радовать постоянно глаз. Я так понимаю, оно для этого и предназначено. Эти яркие, сочные цвета, посмотрите, все цвета яркие. Фиолетовый, желтый, зеленый, синий, красный. Сколько фигурок? 23 фигурки. 14 комнат. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 комнат. Каждый в них кто-то вложил душу, потому что все проработано до мелочей. Да, вот просто этим хороший этот набор. Да, он очень-очень тонко проработан. Действительно, он недаром 14+, потому что он достаточно сложный. Ну что, будем заканчивать? Да, я с вами прощаюсь, всем пока. Пока, Тимур.